Я еду, чтобы увидеть петроглифы. А что это за петроглифы? Ну, петроглифы. Наскальные рисунки. Я просто не в курсе, а что такое? Что у них особенно? И 10 тысяч лет. И? Я учусь археологию в университете. Мне это интересно. Так, и значит, ну посмотришь ты на эти, как их, рисунки. А дальше что? Ну, я думаю, что нам нужно знать, откуда мы, если... Ну, это естественная потребность человека. Тогда легче понять настоящее, если знаешь прошлое.